компания относительно молодая. На рынке мы более 5 лет. За это время уже поставляем во многие федеральные сети. Например, такие как Ашан под собственной торговой маркой «Каждый день», Dixi, Магнит, Пятерочка. Ну, крупные основные ритейлеры нашей страны. География поставок у нас практически до Урала. Мы себя очень хорошо зарекомендовали в СТМе по деликатесам, по варено-копченым, полукопченым колбасам. Порядка 30% наших продаж занимает собственная торговая марка. Из них 70-80% – это деликатесы, варено-копченые колбасы. Мы себя позиционируем в среднем ценовом сегменте. У нас есть разные специализации в зависимости от запроса закупщика, покупателя. Например, в Ашане мы поставляем продукцию под торговой маркой «Каждый день». Это первая цена в торговой сети. В такую сеть, например, как «Метро», мы поставляем продукцию под торговой маркой «Метро Шеф». Это средний ценовой сегмент. Сейчас сети некоторые переходят, ну, уже имеют 2-3 бренда и более собственной торговой марки. И они больше уже направляются на средний ценовой сегмент, ну и премиум выше. Мы себя хорошо чувствуем и там, и там. Для нас низкий ценовой сегмент уже в основной категории захвачен. Сейчас мы уже по СТМу завоевываем рынки среднего ценового сегмента. До высокого ценового сегмента СТМ пока не дошел. Они пока себя там не видят. В основном все рекламные кампании проходят непосредственно в торговой точке покупателя. Ну, это самый эффективный способ и метод разрекламировать продукцию, когда человек пришел непосредственно купить что-то, но он не определился. Мы его просто подталкиваем к этому всему. Мы работаем с многими сетями, как я уже ранее сказал, федеральными, но не со всеми. Поэтому будем рады видеть и слышать любые предложения со стороны покупателей. Это могут быть не только какие-то торгово-розничные сети, это могут быть дистрибьюторы, имеющие свои какие-то торговые точки.